дорогие подписчики! Я так рада снова видеть вас! А главное, я очень рада поиграть в новенькую игру, потому что на моем канале все игры новые! И сегодня я готова поприветствовать игру «Папа Луи Блины» по совету Егора Лещинского и Александра Баймурзины. Привет-привет, ребята! Сегодня ваша игра! А все остальные мои подписчики, любимые мои хорошие, пожалуйста, досмотрите видео до конца, ведь в конце будет проводиться лотерея, а в лотерее обязательно выиграет какая-нибудь игра, и может быть это одна из ваших. Не пропустите столь замечательного события, а мы попробуем поиграть в Папа Луи. Так, что мы сегодня будем делать? Кем мне тут поиграть? Мальчиком или девочкой? Ну, конечно, девочкой. Я хочу быть девочкой, девочкой-красавицей. Что тут будет? Что нас ждет? Я девочка, которая еду на машине вместе с маленькой собачкой. Пицца? Подождите, подождите. Мы же играем в блины, а не в пиццу. Что? Что это такое? Моя собачка увидела Белочку. Она ей так понравилась, что собачка убежала. Ай, где моя собачка? Песик, песик, песик. О, пропала моя собачка, просто ужас. Ха-ха-ха, ну кажется, папа Луи ее нашел. Здорово, здорово, здорово. И вот я снова встретилась со своим песиком. О, что? Папа Луи приглашает меня на работу? Это все благодаря собачкам. Работе меня ждет. Ой, смотрите, я даже работаю со щенком. Так, а это что такое? Ох, тышка! Здесь я буду, кажется, выпекать блины. А здесь я буду... О, я буду их приправлять всякими разными вкусностями. А тут кто? А тут что? О, а тут мой первый клиент. Как тебя зовут? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели? Так, заказ принимается. Блин, еще блин. Это масло, по-моему, и черника. И еще черника. Ого! Так, ладно, что мне дальше делать? Это нужно будет повесить. И что? И готовить! Здорово, здорово! Так, но вначале мне надо знать, что готовить. Мне надо приготовить 2 блинчика. Ням-ням-ням-ням-ням. Готовим первый блинчик. Готовим второй блинчик и... О, что это? Надо подождать. О, я хотела бы побыстрее. Так, а здесь у нас что, можно перейти куда-нибудь? Можно, нет? Нельзя. К сожалению, мы должны дождаться. Ой, смотрите, я должна нажать на блинчики, они переворачиваются. Ну, все знают, что блинчики жарятся с двух сторон. Отлично. Сейчас еще немножко, и наши блинчики будут готовы. Но сколько можно ждать? Ну же, ну же. Вот, замечательно. Один блинчик, второй блинчик. А что дальше-то мне делать, а? Так, эти блинчики мне нужно положить на тарелочку, да? Ну хорошо, один блинчик на тарелочку, второй ровненько так. И маслица. Бум! Маслица нужно добавлять. Вы только поглядите, что это за прицелы такие. О, боже, боженьки. Так, подождите, раз, два. Мне кажется, вот сюда еще лучше всего добавить. 3, прям как дротики кидаешь. Теперь пришла очередь черники. Так, здесь тоже прицел. И мы не должны, кажется, потерять ни одной ягодки. А теперь черничный джем. Ням-ням-ням-ням-ням. О, что-то я увлеклась. По-моему, я немножечко пролила капельку. Ладно, финиш. И готов мой обед. Ну что, Пегги, тебе нравится? 95! Здорово, здорово. Я получаю 2,70. Круто! Ко мне еще кто-нибудь пришел? Это кто? Это что это за чубатик такой? Чубатик, чубатик, ты кто? Так, посмотрим. Его зовут Тайлер. Классное имя. Он хочет как-то странно. Блин, потом 4 масла, потом опять блин. Что это такое? Ладно, давайте скорее. Вроде бы я все запомнила. Вначале мне нужно блинчик сделать. И еще один блинчик сделать. Теперь немножечко подождать. За это время можно и книжечку почитать. Ой, мои блины подгорели.
Не, не подгорели, готовые, готовые, хорошие, хорошие. Ну скорее же, ну скорее же, ну скорее, ей-ей. О, один, кажется, уже совсем готов, а второй просто суперски готов. И теперь мы переходим к самому интересному. Раскладываем блинчики. Так, а здесь, кажется, вот тут вот 4. Раз. А мы сейчас по уголочкам их разложим. Маслице мое вкусненькое. Так, теперь второй блин сверху он любит. Вот так. О, и сверху еще нужно такое красоту навести. Вот, побольше. Ах, сама бы ела, честное слово. Ну, приготовила просто идеально. Ну, что скажешь? Да! Супер, супер, супер. Конечно, не 100%. Мне нужно поработать над выпеканием, мне говорят. Но, по-моему, я неплохо справилась. Как вы считаете, как прошел мой первый рабочий день? Мне, например, очень понравилось. А вам? Ну что ж, поехали дальше. А это что такое? Это какая-то мини-игра. Ой, как я люблю мини-игры. Что здесь делать? Кажется, здесь нужно сделать бургер. Вначале... котлета. Попробуем сделать котлету. Раз, два, три, четыре. Получилось, получилось. А теперь лук. Лук, 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 лук. Вот сейчас. А теперь листочек салата. Запоминать. Салат. И салатик, салатик, салатик. Вот, я сделала идеальный бургер. Ну, что-нибудь дадите мне. Вау. Круто, круто. А что это я получила? Покажите. Так, декор. О, смотрите, я могу декорировать свою кафешку. Ну что ж, я готова. Так, куда мне это повесить? Ой, что же это такое? Почему бургеры? У меня ведь блинная. Ах, как вкусно пахнет. Ну что ж, я готова приступить к следующему дню, к следующему дню. Дайте мне что-нибудь крутое, чтобы у меня было побольше клиентов. Ну же. Так, у меня новый клиент, и зовут его Тим. А еще у меня появились бананчики. Надеюсь, это разнообразит мою кафешку. Ну что ж, я готова приступить. Я сейчас справлюсь на 100%. Ну, постараюсь, по крайней мере, так. Ты кто? Ага, ты вот и есть Тим. Значит, ты хочешь блинчиков и хочешь бананчиков. Так, значит, чтобы тебя не потерять, мы вот тут вот все повесим. И сделаем два блинчика. Раз и два. Что? Я могу ускорять? Круто! Если я буду так классно постоянно, то я смогу ускориться, правда, не намного. Слушайте, даже с ускорением это достаточно долго. Давайте зайдем посмотрим, может, о, кто-то еще пришел. Рико, его зовут Рико. Раз, два, три. Три блинчика, так, и вот. Ой, маслица, ням-ням-ням. Сейчас и для Рико что-нибудь приготовим. Так, у меня там что, еще не сгорело? Ой, мамочки, горим. Горим, горим, горим. А пока поставим блинчик для Рико. Раз, два. И, ну, скорее, ну, ускориться уже нужно. Ну, мне уже так не нравится. Давайте еще примем один заказ. О, это Тайлер. Здорово, Тайлер, привет, привет, привет. Кажется, они заказывают одно и то же. Одно им полюбилось, и все. Больше они ничего заказывать не хотят. Так, подождите, мне надо это снять. А главное, мне надо это приготовить. Так, где мой первый заказ? Два блина, один блин, второй блин. Так, мне там еще не приготовилось. О, смотрите, уже надо переворачивать. Ого, это нельзя забывать. Все время надо смотреть на время. Давайте попробуем 4 закинуть. Раз. Бананы. Кто любит блинчики с бананчиками? Пишите мне, друзья, в комментариях, какие вы блинчики предпочитаете. Так, немного шоколада. Самого вкусного. Вот так, так, у меня там еще не сгорело ничего. Ой, горим, горим. Опа, все готово. Смотрите, у меня уже и для второго клиента все есть. Вначале обслужим первого. Ну же, покушай, Тим. Тебе нравится? Тебе нравится? Скажи, что это круто. 96%, это очень круто. Ну, а теперь будем готовить. Так, подождите, мне еще нужно два блинчика поставить. Раз, два. И готовить для следующего клиента. Итак, первый блинчик. Второй блинчик. О, нет, он хотел три блинчика. Три блинчика. Возвращаемся, срочно возвращаемся. Еще один блин надо дожарить. Так, подождите, а тут два и еще. О, мамочки, кажется, мне будет сейчас крышка. У меня больше клиентов нет. О, у меня самый злобный клиент. Раз.
раз, считаем теперь блины. Раз, два, три. Масло одно. Супер, супер, супер. Сейчас я тебе сделаю. Кажется, этот клиент самый главный, ребята. Надо быть с ним очень осторожным. Ну что там мои блины? Ой, переворачивайтесь скорее. Давайте, доготавливайтесь. Кажется, я их пережарила немножечко. Ну что ж, мне надо еще три блинчика. Раз, два, три. Как бы за них за всех не забыть? Ну же, ну же. Так, надо немножечко поскорее ускорить ситуацию, иначе будут мои клиенты сильно много и долго ждать. Так, один снимаем, второй снимаем. Сейчас скоро и третий снимем. Ладно, пока что мне нужно вот эти вот приготовить. Итак, второй заказ. У нас три блина и один кусочек масла прямо по центру. А то он сильно долго ждал. Так, мы вот этот вот снимаем, эти переворачиваем. И можем уже заканчивать с этим вот вторым заказом. Ну, пробуй, Рико. Давай, понравилось. 87%. Но тоже неплохо. Вы знаете, для второго дня это очень даже неплохо. Так, здесь скоро забирать. А здесь... А давайте попробуем сделать четвертый пока не сделаем, к сожалению. Так, ладненько. Раз, четыре масла, ребята. Это надо делать вообще молниеносно, чтобы тебя хоть кто-то дождался и что-нибудь тебе заплатил. Еще один блин сверху и шоколада побольше. Шоколада побольше. Мы ему сделаем двойную порцию шоколада. Так, снимаем, а то у меня сейчас все пережарится. Так, три, все, правильно, финиш. Так, ну давай, пробуй, Тайлер, пробуй. Скажи, что это круто, так себе. Да уж, денежек я зарабатываю не очень много, я вам честно скажу. Ну а здесь три блинчика. Раз, два и три. А еще одно всего маслица и шоколада побольше. А если мы по кругу польем? Вот мы его так по кругу польем. Может быть лучше ему понравится так. Ну скажи, что это круг-то, Хэнк. Пожалуйста. 77%. Ему не понравилось, что он так долго ждал. Ну что ж, а мы приступаем. О, еще мини-игра. Супер, хочу. Что будет на этот раз? Вау, а что тут нужно сделать, извините? Кинуть. Класс, я что-то крутое получила. Еще один стик. Мне нравится. Так, а повесить я его могу? Так, где мой стик? Вот мой стик, сейчас мы его тоже повесим. Это значит, что у меня скоро будет и бургерная, и пиццерия. Все будет. А мы еще один день проживем. Ведь мы уже немножечко наловчились. А вы, дорогие подписчики, пожалуйста, подсказывайте мне, что я делаю не так, чтобы мне заработать 100%. Ну хотя бы по одному. Ого, у меня шоколад. А вы любите шоколад? Пишите мне об этом в комментариях. Какие блины вы предпочитаете? Какой шоколад любите? Я, например, обожаю шоколадки. Ой, у меня уже клиент. Мне уже некогда разговаривать. Так, что вы хотите? Ага, вы хотите попробовать новое меню? С удовольствием. Это сколько ему блинов жарить? Просто ужас. А давайте мы попробуем новую стратегию. Мы сделаем блины на всех блинных. Как вам такое? Смотрите, у меня, кажется, получается разложить блинчики везде. Так, а теперь можно еще одного клиента принять. Тем более пришел Тим. Тим, ну давай закажи что-нибудь хорошее. А, как всегда, он обожает шоколад. Ну, ешь. А мы с вами посмотрим, что у нас тут с блинами происходит. Еще чуть-чуть, и уже, кажется, будет все готово. Ну, давайте, я хочу переворачивать. Давай уже. Ой, этот блин быстрее почему-то сделался. Два, три, еще кто-то. Четыре, пять, шесть. Зря я это сделала. Ну, вот так, да. А теперь посмотрим, кто у нас еще пришел. Саша. Саша, как всегда, будешь чернику. Да? Это просто любитель черники. Ну что ж, готовьтесь. Ой, кажется, мне надо снимать блины. Мне уже пора. Я тут стою с вами, разговариваю. У меня сейчас все погорит. Так, все, кажется, готово. Теперь можно делать всем и каждому. Вначале-то кому? Давайте первому, да, нашему? Значит, вначале вот блинчик в шоколад. Ой, что-то я куда-то не туда шоколад высыпала. Ну ладно. Так, теперь еще один блинчик.
Попробуем хотя бы блины ровненько положить. Так, ни одна шоколадка не должна упасть. Еще блинчик и сверху еще шоколад. Вот так, по-моему, любит наш клиент. Финиш, у меня все готово. Давай, забирай. Ну как тебе? Ну скажи, что это круто. Круто, круто. Да, 93%. Супер, супер, супер. А мы еще один ход конем сделаем. Мы сейчас примем заказ у самого противного. Как у нас? Хочет два блина. О, этот заказ мы сделаем просто мгновенно. Вот один блин, вот второй блин. Вот тут у нас будет раз. Вот тут два бананчика. И уже готов. Представляете, как он быстро. Смотри, ну, скажи, что это круто, скажи, что это круто. Что? 87%? Да я ж тебе моментально все приготовила. Ну да ладно, не нравится, не ешь. А мы исполняем второй заказ. Но вначале нам нужно на третий заказ поставить блины. Наверное. Я не знаю, сколько у нас там осталось. Ладно, пускай два пожарится. А там смотреть видно будет. Так, еще один блин сверху. И 4 бананчика. Раз, два, три. Почти идеально. 4. И шоколад, чтобы ни капельки не разлился. Вот, финиш. Второй заказ готов. Долго, правда, пришлось ждать. Но, может быть, 90. Ну, пожалуй, 94. Yes, 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 yes. Супер, 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 супер. Я готова. Следующий клиент. Ой-ой, у меня там сейчас... Ай, прожарится, обжарится все на свете. Так, что же ему там надо делать? О, 3 блина вместе. Ну ладно, попробуем. Огонь! Быстрее, 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 быстрее. У меня, между прочим, последний клиент ждет. Ну быстрее, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Вот, 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 вот. Все, я могу снимать. Спасибо. Спасибо большое. Вот так мы пошли, некогда больше ждать. Так, 3 блина сверху. Раз, два, три. И, конечно же, черника. Ягодки все на блинчике. И еще черника. О, Саша, тебе должен блинчик понравиться. Как любители черники, я не пролила ни капельки. Ну попробуй, скажи, что это круто. Ну скажи. 88. Сильно долго ждала. Ну что ж, по-моему, неплохо. Ой, ребята, третий день закончился. Я должна была заработать $48, а заработала 110. Правда круто? А вы напишите мне в комментариях, на каком вы находитесь уровне. Какие у вас вкусняшки есть в вашей кафешке. Какие блины крутые вы готовите. Еще, что вы любите кушать. Это тоже очень интересно. В общем, пишите, пишите. А главное, советуйте мне новые игры. Тем более, сейчас мы с вами проведем лотерею. А в игру «Папа Луи блины», если она вам, конечно, понравилась, мы обязательно будем играть на канале «Супер развлекательный». Обязательно переходите на канал. Там все игры, которые вы любите, их продолжение. Ну а теперь пришел час выбрать новую игру. Вот мое ведро. Здесь находятся все игры от моих любимых подписчиков. А те, кто еще не написал, быстренько пишите. И я вас сюда добавлю. Итак, я готова выбирать. Надеюсь, игра попадется интересненькая. Трам-пам-пам-парам-пам-пам. Рум-пум-пум-пум-пум-пум. Давайте снизу достанем на этот раз. И пум! Розовая, причем ярко-розовая, красивая. Игра, 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 игра. Готовы, ребята? Итак, мы на следующий выпуск играем в игру, которая называется «Вилли!» Часть вторая. Это же машинка Вилли. Вторая часть. Потрясающая. А посоветовала ее нам Ксюша Скрыт. Привет, привет, Ксюша! В следующем выпуске будет твоя игра, а также новая лотерея. Приходите на мой канал обязательно, подписывайтесь, жмите колокольчик. Я вас очень жду. Чао, какао!